Всем привет, дорогие друзья! Это канал Game World, с вами Артём. И мы продолжаем прохождение игры Homefront Revolution. Так, погнали. Перетрём с оставшимися. А подожди, этот мужик живой? Я думал, он сдох. Надо все вывести, Джек. Как нам лечить людей, если ракеты мешаются под ногами? Да. Знаешь, ладно, это автомат, такое чувак. Я чувствую, что тебя что-то бесит, но я не пойму, что именно. Не подкалывай, Джек. Я не в настроении. Слушай, мы добудем тебе еще припасы. Черт, да я рентген тебе достану. Мы добудем, поставим и запитаем от генератора. Не волнуйся, скоро оружие из клиник попадет в руки народа. Жестокость лишь порождает жестокость. Ой, да ладно. Это революция, док, война. Мы защищаемся. Мы китайцев валим. Брэдди спроси, он уделал Голиафу одной левой и смог достать мозг. Ты теперь герой, сынок? А вот это ты где была? Тупая овца, которая пыталась меня на куски порезать. Схватила пару раненых чучхи, допрашивала их. Да? Ну и как? Не говорю на корейском. Но я оставила сообщение, универсальное. Что это значит? Что ты сделала? Париж, включи телевизор. Тебе понравится. У нас есть телевизор, и он работает. КНА. Приветствую на KAC. KAC. По всей Америке люди продолжают отмечать захват лидера террористов Бенджамина Уокера у нас в Филадельфии. Было заявлено, что Уокер предстанет перед судом во Дворце Правосудия в этом месяце. Ты в это веришь, черт? Ты в это веришь? Мы тут землю роем, пытаясь его найти. Они сами говорят нам, где он по ТВ. Дворец Правосудия. Для меня он Дворец Независимости. Наконец-то нам есть чем заняться вместо просиживания задниц. Эй, мы спасем Уокера отсюда, а он раскочегарит революцию как сможет. Спасем его? Так просто? Это место буквально заковано в сталь. У тебя в стакане дырка, Бернет. Весь свой оптимизм на штаны пролил. Док прав, будет трудно. Но знаешь, весь свой оптимизм на штаны пролил. Что нам нужно? Это старый добрый шок и трепет у суда. Мне нравится Уокер, но стоит ли рисковать из-за него? Док, ты не понимаешь, люди готовы. Так. У вас так, ну не осознали это. Я вот пропустил бы это. Я бы сказал, но не могу, не нахожу слов. Уокер может. У него есть способы заставить людей понять, ну что да, я помню. В предыдущей части мы прям были таким крутым революционером, поднимали армию, уничтожали бронетехнику. Ну вот, там был по типу Голиафа. Тоже, кстати, вроде был Голиаф, но более старой модели, но им мы могли управлять. И пробьем себе дорогу внутрь. Вот если нам в этой части тоже дадут управлять Голиафом, то будет супер. До суда мало времени, пора браться за работу. Брэдди, нужно отнести мозг Хезер, она наш лучший инженер. Она сможет понять, как он работает. Лаборатория Хезер находится в Эшгейте, но у нас нет туда доступа. Наш шпион Кроуфорд поможет тебе. Он притворяется коллаборационистом. Я попрошу его встретить тебя в Холлоуэе и придумать что-нибудь. В конце платформы поднимись по лестнице, там начало тоннеля в Холлоуэе. Тихо. Нужно передать сообщение Кроуфорду. Коктейль Молотова. Брэдди, Холлоуэй в той стороне. Светлячок, это Фили Альфа, как слышите? Так, фиг с ним, ладно. Пока что возьмем обычный коктейль Молотова, обычную гранату. Так, у нас нету ни батарей, ни топлива. Единственный минус, что можно таскать всего лишь по 6. И у нас еще и денег нету, да? А, у нас 2 косаря, погодите, 2 косаря. Все, просто замечательно. 2000. Да, стоп. Правильно? Да, я хочу выйти. Да, что за дела-то? А как нам... А, понятно. Да, нам надо сейчас себе пушек купить. Денежки еще соберем себе. Светлячок, это Фили Альфа, как слышите? Нам нужно сейчас, да, себе купить... Тоннель Холлоуэй, здесь, Брэдди. Либо пушку себе купить новую. Блин, ну я еще тут не все, в принципе, зачистил. Но я думаю, я не на запись. Я буду вот основную суть проходить, основные задания. А, не на запись уже буду потихоньку там... Убивать противников, зачищать территории, захватывать все эти базы и все в этом духе. Я хочу сбить дирижабль. Я связался с Кроуфордом, он руководил бригадой рабочих здесь, в Холлоуэй, и сможет с тобой встретиться. Ага, я попросил его привести тебя в Эшгейт, так что узнай, какой у него план. И береги этот мозг, ладно? Удачи. Почему
Почему мне кажется, что что-то пойдет не так? Либо у меня мозг отнимут. Мы восстановим страну. Эй, Брэди, этот Кроуфорд ждет тебя наверху. Ага. Тихо. Даже не пришлось крафтить. Так, тут что у нас еще если есть? Если мы не освободим Уокера до суда, ему конец. Да ладно, теннисы. Так, что у нас тут еще по ресурсам есть? Чем можем забрать-то хоть отсюда? Надо смотреть. О, батарея, супер. А, нам уже не надо крафтить. Пошли наверх. Так, давайте пока что уберем снайпер. Я слышал, ты прикончил Голиафа. Эй, это так круто. Немногие могут этим похвастаться. Само собой, вы же щенки, ничего не умеете. Без меня вы уж давно сдохли. Да, Голиаф, конечно. О, замечательно. Выполнять задание, чтобы заработать дополнительные деньги. Так, лавка. А, стоп, подождите. Давайте продадим все. Вот. Оружие. Может, добавили что-нибудь новое? Нет, не добавили. Смотрите. Вот, это можем улучшить. Но это я не хочу улучшать. Вот это можем улучшить. До снайперки 2500 надо. 2000 на гранатомет. И 4 косаря. О, да уж. Огнемет, но огнемет мы не будем пользовать. Так, это модификатор, который позволяет стрелять из арбалета, летящий с большой скоростью. Из чего? А, это по типу, не знаю, как назвать, но это фигня полная. Пистолет-пулемет, пистолет обычный, нет? Вот пистолет-пулемет можем улучшить. Если улучшим, у него увеличится урон. Но пока что мы не будем этим пользоваться. А чем мы вообще сравниваем? Не понимаю. Так, винторез у нас стоит. Нам снайперская винтовка нужна. Стоп, мы давайте расходники стану. Посмотрим. Нет, не эти. Экипировка, нет. Обвесы, вот, обвесы. Где у нас? Во, оптический прицел. Да. Дальше, лазерка нафиг. Вот это. Да. Сошки, да. Вот это, да. Да все, сейчас купим просто и все. На что денег хватит? Так, теперь давайте. Пулемет. Так, пламегаситель. Сошки. Так. И из оптики вот это. Ненавижу стрелять. Но чучки слов не понимает. Так. А ты Брэди. Золотой мальчик Бэриша. Я Кроуфорд. Оу. Привет. Бэриш сказал, что тебе нужно попасть в Эшгейт. Так. Это не так просто. Даже для меня. Давай, хватит как там видишь, ныть. Видишь, я офицер-посредник. Коллаборационист. Предатель, то есть. Но я член сопротивления с первых дней его создания. Предатель, то есть. Определенные права. О, пламегаситель. Просто взять и сошки. Нет, я придумал кое-что другое. Смотри. И оптический прицел. Монорельсовая дорога. Мы отправимся по ней прямо в Эшгейт. Ну да, 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 да. Конечно, давай. Конечно, это не так просто. Поезда сканируют, чтобы в них не ездили нежелательные пассажиры. Ну понятно, понятно. Но я придумал, как обмануть их системой. Если ты сможешь поднести свой телефон достаточно близко к поезду, временно отключив его при помощи устройства для взлома, мы сможем проанализировать протокол взаимной идентификации и... Не хочу забивать тебе голову техническими подробностями. Короче... Добудь данные, а мы сделаем все остальное. Понятно. Я не хочу, чтобы ты экспериментировал с веткой, ведущей в Эшгейт. Вдруг они усилили охрану. Поэтому займемся веткой в Фирхилл. Я буду координировать программистов из сопротивления. Скажи, когда будешь на месте. Я чуть не сдох. Так, тихо. Это что, ручной пулемет, пистолет-пулемет? Возможно, сейчас нам придется заменить ручной пулемет, потому что у нас есть задание. Вот, журнал заданий. О, ударные точки. Ну, тут понятно. А, не понял, стоп. А, вот оно. Так. Да мы это уже все сделали. Так, это сфотографировать ищейку, сделать фотографию тайника с мотоциклом. Ага, вот и штурмовой винтовки. Народ, валить. Так, да, придется, короче, пулемет переделать в штурмовую винтовку. Пока что. Но мы сейчас штурмовую винтовку тоже улучшим, так что сильно-то париться не стоит по этому поводу.
Да, все. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ух, ничего. А, смотрите-ка, тут не так много и локаций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук всего. Хотя тут написано, что 0 из 13. Так что, скорее всего, 6 это... Стоп, это дрон. Тихо, 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 тихо. Тварь улетел. Готов. Готов. Твою мать, откуда? А, вон откуда. Где эта крыса? Ха-ха! Твою мать, граната! Вот козлы, а! Ой, это вам так просто не будет. Все, готово. Так, вот эту штуку надо захватить бы. Всего 3 патрона, конечно, жаль, но нам этого, в принципе, хватит, чтобы немного растормошить противника. А чё, оптику отдалять нельзя, что ли? Это плохо. Да, вот об этом они, короче, не подумали. Оптику отдалять нельзя. Ладно, фиг с ним. Давайте в комод залезем. И пойдемте на основное задание. Желательно, конечно, бы захватить... Да нет, хотя нет, не пойдем. Нам надо захватить базу, чтобы противников было здесь меньше. Нифига себе! Тихо. Да, погнали. Стоп, нам надо с автомата убить народ. Торговый центр Холлоуэй был крупнейшим в этом районе. Теперь здесь опорный пункт КНА. Этот объект имеет огромное стратегическое значение и может стать отличной оперативной базой для сопротивления. Так, блин, вот козлы, а. Тварь. Так, и остался последний. Ни хрена себе. Стоп, а что у нас с заданием? Не понял. Так, погодите секундочку. Что-то не так пошло. Ну вот, в этой области, я так понял, нам будут давать кучу патронов и кучу бабок. Класс, класс, класс. Конечно, это все хорошо. Так, это все замечательно. Но почему мы задание не выполняем? Где тут он? Вот. Отслеживать задание. Стоп, а как мы его... А как его... Стоп, что-то пошло не так. Реально, что-то пошло не так. Нам как-то надо... Я как-то уже ведь отс... Убейте штурмовиков и штурмовых винтовок. 150 баксов. А, ладно, фиг с ним. Погнали. Так, тут можно спокойно перелезть. Охренеть, там был взрыв. Поехали. Где эта летающая помойка? Так, вот дрон. Там танк стоит. Да ёпта, сдохни. Надо добить его. Надо его срочно добить. Блин, да сдохни ты.
Все, готов. Так, нам надо себе броню покупать. Надо копить, короче, 5 косарей. И покупать себе броню. Гражданским вход запрещен. Так. Готов. Черт, снайпер. Откуда? Ага. Блин, жалко, что в снайперке всего 3 патрона. Я бы пользовался ей намного чаще, будь в ней больше патронов. Ну и хотя бы глушитель вместо пламя-гасителя. Ну что ты в меня стреляешь, овца? Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любое время. О, бронетехника. Так, да, сейчас мы взорвем башню. Но сначала мы полностью переделаем автомат под пулемет. Я не знаю, что произошло. Мы не можем почему-то задание выполнить. Так, пламя-гаситель одет. Тут все одето, тут все одето. Там все одето. Давайте, кстати, попробуем зафотать бронетехнику. Она вот тут стоит прям. А что это за лучи там? Два луча таких. Так, все. А как фотографировать-то? А, все, понятно. Тихо. Так, эта хрень летает по базе. Ладно, давайте базу. Базу бы зачистить, зачистить бы базу. Так, ну там один где-то. Так, нам надо вот эту хрень взорвать. Гады, а? Готов. Так, остался один дрон и один штурмовик. Вот где дроны я вижу, а вот штурмовика нет. Ну да ладно, мы сейчас просто винтель перекроем и захватим базу. Да, кстати, это очень легко. Просто подходишь вот к этому винтелю. Сейчас я перекрою его само собой, только надо посмотреть. Ладно, здесь никого. Все, просто нажимаете У. И все. И смотрите, как давление вырастает. И эта хрень, насос, взрывается. Легче легкого, проще простого. Внимание, это Пэриш. У нас боевое столкновение. Мы дополнительное задание нашли. Если кто-нибудь рядом с ним, окажите помощь. Надо его выполнить срочно, потому что нам за него дадут бабок много. Ну давай, давай. Это пусть все сейчас люди и не приходят сюда за покупками. Это место имеет огромное стратегическое значение для нас. Ага, походу. Задание-то покрышку вот жгут. Ну вы что, как бомжи-то тут, а? Я вам базу захватил, а вы ведете себя здесь как, не знаю, какие-то бомжи, блин. Филе Альфа, всем отрядам, у нас есть подтверждение того, что Уокер во дворце независимости. Значит, мы просто вытащим его оттуда? Это не так просто. Место хорошо защищено, для штурма нужен чертов танк. Танк? Да, нам дадут на танке покататься. Так, у нас 1400. Нам нужно 5. Да, нам нужно 5000, а то меня чересчур часто стали убивать в последнее время. Нам нужно 5000. 800 метров. Блин, я вот с одной стороны хочу проехать все это расстояние. А с другой стороны я не вижу в этом смысла, потому что я уверен, что нам надо... Давайте не будем спешить с выводами и пробежимся. Потому что я не знаю, что там будет за противник. Нам нужны, во-первых, эти. Как его? Больше... Как это называется-то правильно? Так, а зачем сюда можно залезть? А что, здесь ничего нету? Но сюда залезть можно? Странно, ладно, фиг с ним. Брэд, когда-то мы использовали эту мастерскую на автостоянке, но КНА выкурила нас отсюда. А-а-а. Если ты захватишь ее, мы сможем подготовить транспорт для спасательной операции. Снайпер. Так, я видел здесь противника.
Давай, 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 давай. И сдохни. Да перережь ты ему горло. Все, зато разом все боеприпасы, и все нам достается. Так, мы можем создать себе... А, у нас топлива нету. Пойдемте снайпера убьем, а то он нам сейчас всю малину испортит. Вот эти снайперы еще, да, засядут хрен пойми где. Ищи их, бегай, блин. Единственный плюс, что мы на картах бегаем быстро. Опа! А вот и дирижабль. Сдохни, тварь. Да, дирижабль гигантский. Стой! Твою мать, меня запалили! Черт! Черт, 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 черт! Надо бежать! Я не знаю, куда бежать. Я просто бегу, поверьте. Черт, блин, вот как так-то, а? А эта тварь до сих пор меня преследует. Бежим на автостоянку. Да ё-моё, 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 ё-моё. Лечимся, лечимся. А, все, валим отсюда. Сейчас мы... Я вам устрою сладкую жизнь, уроды. Все, ладно, бежим, короче, отсюда. Может, даже на задание на основное сейчас добежим. Нам, короче... Фредди, недалеко от тебя находится опорный пункт КНА. Он был построен на развалинах одной из старейших церквей города. Эту достопримечательность нужно вернуть американскому народу. Да иди ты знаешь, куда своей достопримечательностью. Можно попасть внутрь через главный вход. Ворота прочные. Попробуй отправить радиоуправляемую машинку внутрь опорного пункта и взломать пульт управления воротами. Откуда у меня радиоуправляемая машинка? Я ее не покупал. Тихо. У меня есть интересная мысль. Тихо, надо быстрее дрона залутать. Пока эта херня не взорвалась. Ладно, побежали. А, радиоуправляемые машинки, а у меня их нету. Я их не создавал, я их не покупал. Зато у меня вот что есть. Мою мать, это что? А, это бронетехника? Готов. 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 Ха-ха. Блин, летит дирижабль. Он меня не видит. Я так как я спрятался под этой херней. Блин! Я спрятался, меня не видно. Ладно, пошли отсюда. Где эти уроды? Наверху, что ли? Блин, я... Готов. Так, да, он прям надо мной. Тихо. Сейчас будет весело. Давай, где, где, где огонь? Дым. Да ё-моё, блин. Ладно, пошли вверх. Вот уроды, а. Так, этих мы убили. Кто там по мне такой умный стреляет? Блин, огонь! Черт, 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 черт. Да, это очень огнеопасное место. Давай, лечись. 15 баксов. Ладно, вырубаем нафиг эту хрень. Ну да, вот то, что их взрывать можно, это я знал. Но я этим не очень пользовался, потому что я понимаю, если бы можно было бы как-нибудь всех туда приманить,
и один вот такой взрыв устроить, чтобы все сдохли. Блин, еще надо узнать, как сносить дирижабли. Если ракетница сможет сносить дирижабль, то это замечательно. То нам нужно прям вот, ракетница прям нужна. Но если ракетница не сможет снести дирижабль, а дирижабли надо просто бегать, тогда не знаю. Так, мы такими, знаете, прыжками сигаем по всей карте. Нам еще вот чуть-чуть осталось. Несмотря на то, что этот район заброшен, пойдут слухи о том, что мы вернули себе часть города. Будем надеяться, что твой пример вдохновит людей. Само собой, я тоже на это надеюсь. Но... Или Альфа, всем отрядам, слушайте. Я понимаю, что арест Уокера стал для нас тяжелым ударом. Да-да-да. Но мы должны освободить его. И у нас есть план. Мы хотим украсть Голиафа и с его помощью прорваться во дворец незаметно. А, так вот что мы будем делать. Как, черт возьми, нам захватить Голиафа? Мы еще прорабатываем детали, но сейчас это единственный разумный план. Голиафа захватить, так вот что у них какая мысль-то была. Я не знал, если честно. Твою мать, бронетехника. А у нас... А, у нас есть гранаты. Все, готово. Так. Лутанем. Брэди, это Кроуфорд. Программисты из сопротивления написали программу, которую ты сможешь загрузить в систему сканирования монорельса, чтобы она не смогла тебя обнаружить. Для завершения работы им нужен протокол взаимной идентификации. Я позвоню, когда ты будешь рядом с монорельсом. Ой-ей. Да как ты не сдох-то? Я выпустил в него полобоймы. Да, все, надоело. Побежали. Блин, да, что-то противников здесь дофига. Даже для их базы, зоны точнее. Противников уж очень много. КНА снесла целый квартал, чтобы построить здесь опорный пункт. Захвати его для сопротивления, и мы заставим чучхейцев заплатить за то, что они разрушили. Брэдди, попробуй запустить внутрь радиоуправляемую машинку. Да достал ты своими радиоуправляемыми машинками. Нет у меня их. Блин, в меня кто-то стреляет. Это снайпер, а я его не вижу. Так, тихо. Пошли отсюда. Если ко мне дирижабль приедет, мне вообще кирдык будет. Кроуфорд, ты почти на месте. Предлагаю тебе забраться на крышу дома рядом с рельсами. Замечательно. Тебе будет проще всего взломать поезд. Когда он остановится, подойди к нему, а телефон сделает остальное. О, нифига себе. Да, кстати, здесь можно еще и тачки вот так лутать. Так, а... Как мне в дом-то попасть? А, все, понятно. Кстати, а здесь нет ничего такого интересного? Походу, нет. Так, побежали. Главное, чтобы дирижабль не прилетел. Если прилетит, все, нам звезда. Это наблюдательный пункт, Брэдди. Теперь ты должен взломать следующий проходящий поезд. Ага. Ну, я знаю, как взламывать. Только ждать надо. О, едет. Главное, чтобы от ловушки не было. А то мы... Прям жестко. Давай, давай, давай. Молодец, Брэдди, а теперь подойди ближе к вагону. Как? Опа.
Твою мать, а как? А, все. Браво, Брэди, информация считывается. Годдеры через несколько минут сконфигурируют программу с Трояном и подготовят ее к загрузке. Предлагаю тебе найти ближайший сканер. Я отправлю тебе координаты. Блин, да, геморрой. Охренеть, 4 штуки. И, блин, стоп, а мы можем, подожди, можем телепортнуться? Да, мы можем телепортнуться на нашу базу. Потому что вы смотрите, там бежать и бежать оттуда. Нам вообще стволы нужны нормальные. Надо свои стволы прокачать. Надеюсь на то, что прокатит это все. Нам надо свои стволы прокачать. Денег вообще здесь дофигища надо. То есть нельзя как бы взять и просто собрать столько бабок. Я специально сюда зашел, сейчас объясню зачем. Или не объясню. Хотя нет, объясню. Так, В. Задание. У нас заглючили по ходу задания. Поэтому мы их нафиг отменяем. И ищем место, где есть доска с заданиями. Мы же взорвали одну эту бочку. И поэтому мы спокойно сможем там сейчас... Точнее, не бочку, а насос. И там мы сейчас сможем задание взять. Надеюсь, что там будет хоть более-менее легко. Так, все, да? Поехали. Наша программа с Трояном готова. Все, что осталось сделать, загрузить ее в сканеры безопасности. Угу. Терминалы доступа расположены над каждым сканером. Смотри, чтобы тебя не поймали во время этого занятия. Если КНА поймет, что мы делаем, весь наш план пойдет на смарку. Ага, понятно. Так, снаряжение, обвесы, обвесы, обвесы. Все, парочка обвесов еще куплена. Так, давайте посмотрим, может мы еще можем что прицепить? Так. Тут, в принципе, разницы никакой, я так понимаю, да, нету? Так, ладно. Это красная зона. Вход гражданских запрещен в любом... Брэдди, у нас проблема. Чучхи сделали пусковую площадку для дастеров и собираются травить газом другие косы. Вот нужно уроды. Уничтожить ее до запуска дастеров. Гады. Пошли быстрее. Так. Взрывчатку надо слепить себе. Да, я знаю, я уже... Я пробовал такое задание выполнить, но... Как бы сказать... Нет шансов, у меня не было шансов абсолютно. Там было куча народа просто. Посторонние, которые попытаются... Кризис преодолен. Молодец, ты. Бери, что можешь, и сваливай, пока не прибыла подмога. Ух ты. А я ее просто подорвал? Да, давайте. Облутаем всех, ребят. Тут танки стоят, я смотрю. Вообще, я не понимаю, как вот... Нам бы один танк обычный хотя бы, и все. И мы в шоколаде. Так, ладно, пошли. Опа. Опа-па. Тварь. Блин! Твою мать. Тварь. А чё вот это за осветительные приборы? Так, ладно. Это как это раз... Это сканер. Найди пульт управления и взломай его, чтобы загрузить нашу программу. Это приведет к перезагрузке, и КНА даже не узнает, что случилось. Тихо. Ну теперь я хотя бы понял, куда нам попасть. Нам надо как-то вот сюда попасть. Не хочу зря патроны тратить. А, на снайперку. Вон, мы нашли уже патрон. Так, теперь нам надо туда попасть. Но почему мне как... Да, ты гонишь. А как нам наверх-то залезть? Не говорите, что надо на мотоцикле прыгать. Мы на мотоцикле...
А, нет, не надо. Надо просто перепрыгнуть. Так, стоп. Будем аккуратными. Да, вот он, сканер. Опять еще и сканер взламывать. Ну, это, в принципе, несложно было. А, то есть, я теперь понял, где вот эти сканеры находятся. Да, теперь я даже понял, как они выглядят. И они же не отмечены на карте. Чтобы их найти... Отлично, программа работает. Теперь разберись с остальными. Да вы... Твою мать, вы шутите? Я думал, один сканер. Да, конечно, сканеры это хорошо, но их дофига. Стоп, подождите, а мы... 102 метра. Ладно, 102 метра. Филе Альфа, всем отрядам. Нам нужно быть предельно внимательными. Если мы хотим раздобыть филе Альфа. Кстати, вот эта штука классная. Кто-нибудь знает, где чучки хранят или производят? А те, что на улицах? Хочешь попробовать? Милости прошу. Ложись, граната! Ура! Погоди, пойдем. Тихо. Вон и кухарь, все! Давай, давай. Блин. Ладно, 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 с кем не бывает. Не посмотрел на здоровье, совсем не обратил внимания. Поэтому сдох. Так, ладно, зато мы появились на базе. Здесь есть пистолеты, мотоциклы и все в этом роде. Так, лавка. Оружие. Снаряжение. Так, машинки. Да, да, нам нужно все это покупать, чтобы использовать. Потому что я так понял. Так, стоп, как нам сразу... Нам сразу туда надо. Кстати, а что сканер с нами сделает, если мы под ним пробежим? Да, ничего. В принципе, нормально все. Так, нам надо в этот дом залезть. Сканер номер 2. Действуй как раньше. Взломай пульт. Легко тебе сказать. Тихо. Не пали контору. Ты тоже не пали контору. Ой-ой-ой-ой-ой. На нас идет, тварь. Благо, в доме можем спрятаться. Так, давайте лутанем дом. Тут вот хлам всякий. Так, а полки? Полки лутать нельзя. Жалко. Так, тут тоже ничего нету. Ага, наверх не пролезть. Понятно. Значит, нам надо вот с этого дома на него залезть. А чтобы попасть на этот дом, это нужен... Твою мать, вот мотоцикл нужен. Запрещен в любое время. Все, погнали. Так. Я чую подвох. А, все, понятно. Сразу не заметил. Тихо, я видел снайпера. На одном из этих контрольных пунктов был снайпер. Нет, значит, мне показалось, наверное, просто. Я надеюсь, что мне реально показалось. Блин, вот эти взломы мне вот совсем не нравятся. Нашли, придумали то, вот, что совсем просто вот неинтересно. Этот взлом, он глуповатый немного и местами сложный. Потому что там нужно держать, аккуратненько отпускать и все в этом духе. Отлично. При перезагрузке не поднялась тревога. Я всегда знал, что КНА слишком сильно полагается на свои технологии. Я тоже это знал. Так, а для чего нам файеры нужны? Мы только что нашли Голиафа в КЗ. Он просто стоит без движения. Возможно, у него короткое замыкание. Попробуем подойти ближе. Будьте очень осторожны. Твою мать, эта штука открыла огонь! Валите оттуда! Они реально пошли на Голиафа? О, дебилы, а. Я бы в жизни не рискнул. Да потому что с трудом сомневаюсь, что Голиаф может просто стоять и ни черта не делать. Тихо, у нас коктейль молоту есть. Там по-любому солдаты, да? Нет, там солдаты, но наши.
Опа, а вот и снайпер. Чё ты воукаешь? Я вообще не понимаю, как вы его не заметили. О, там, кстати, смотрите, написано, что там ящик. Эта зона закрыта. Ага. А, вот где. Давайте вскроем ящик. Да. Да, данные эти, блин. Так, с боеприпасами у нас все хорошо. Чё мы там? О, мы себе подобрали немного то аккумуляторов. Ну да. Еще можем создать? Да. Супер, давайте сейчас. Файеры еще нужны, значит, для коктейлей молота. Блин, мы почти добрались до этой хрени. И там, как обычно, будет какая-нибудь фигня. Какой-нибудь такой убогий противничек. Куда дрон делся? Опа, я снайпер нашел. Или он меня. Минус один. Ко мне бегут. Пусть бегут. Брэди, если мы получим доступ к этому передатчику, мы будем точно знать, что нужно КНА в большей части Холлоуэя. Да мне пофиг. Мне задание надо выполнить. Это последний. После того, как ты его взломаешь, сможешь сесть на монорельс, если наша программа сработает. То есть есть маза, что ваша волшебная программа может еще и не сработать. Что за звуки-то? Да не ори ты. А, так они кличут себя миротворцами. Так, там вон еще один. Да спать, что ты разорался тут. Все, давайте по-быстрому. Перепрограммируем еще один. И все. А как нам... А как нам попасть наверх? Стоп. Я столкнулся с маленькой проблемкой. А, нам надо как-то на крышу дома залезть. Все, проблема решена. Шучу, проблема появилась, и она не решена, потому что я в душе не парю, как нам залезть на дом. А! Оу. Блин. Я вот не знаю. Я реально не знаю, как нам туда залезть. Три ценные вещи потеряно. Кстати, задание. 500, 500 и полторы. Так, пошли отсюда. Подлечимся. А почему нам снова лечиться-то надо? Стоп, подождите. А, оно прямо у базы в нашей находилось? Нифига себе. Ой-ой-ой. Так, валим. Так, надо на задание посмотреть быстренько. Вдруг его надо сфотографировать. Сфотографируй тайник сопротивления. Убейте бойца КНА с помощью взломанной ищейки. И выполните срочное задание, не потратив ни единого патрона. Тихо. У меня есть интересная идея. Тихо. Тихо.
все, готов. Так, а теперь надо придумать, как залезть на эту хибару. Так, здесь никак. На монорельс лазить нельзя. Да вы шутите, блин. Все настолько легко. Да ёшкин ты пень. Я-то уж, блин, думал, как туда попасть. Так, ладно, давайте-ка быстренько взломаем все это. Вот еще единственный минус, что они не на одной плоскости расположены. Вот эти, если бы можно было, если бы они были расположены на, в каждом углу, то можно было бы спокойно взламывать один, просто вывести отлично, в одну точку, и другой Бредди. В такую же. Сканеры было легко. Нейтрализованы, но КНА об этом не знает. Осталось только посадить тебя на поезд, идущий в Эшге. Рядом есть платформа. Она была повреждена пару лет назад, но ты можешь добраться до нее и включить системы, после чего поезда будут останавливаться. Или есть вопрос? Уверен, что это проще, чем пытаться запрыгнуть на поезд на полном ходу. Я загружу ее координаты в твой телефон. Отправляйся туда. Мне нужно убедиться, что мы найдем для тебя пустой поезд. Так, ладно. Давайте-ка пока что на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артём. Всем пока.